Всем привет! Меня зовут Лера. Я сегодня расскажу вам о переезде в Голландию. Я расскажу вам о том, какие пути существуют, о которых я знаю, как можно переехать в Голландию, каким путем воспользовалась я, как бы я выбирала страну для переезда, если бы я переезжала сейчас уже, основываясь на том опыте, который у меня есть, и о том, ну, шоке, который вы испытаете там в первый год после переезда. Вот. И, например, расскажу также, сколько это занимает по срокам, какие документы я собирала. Начнем с вариантов, которые существуют, как переехать в Голландию. Вы можете переехать в Голландию по любви. Вы можете найти голландца и переехать к голландцу. Вы можете найти не голландца, вы можете найти любого другого европейца, англичанина, австралийца, любого человека с нормальным паспортом, которому не нужны визы там во все эти страны. Это совершенно другой путь переезда. Различия существуют. Вы можете закончить институт, если я не ошибаюсь, в течение года или двух. Вы можете подать в любой европейский университет запрос и дальше обучаться в, например, голландском институте. Такой вариант тоже возможен. Это студенческая виза. И дальше вы приезжаете и, может быть, остаетесь. Вы можете вернуться сюда, найти родственников и вернуться как воссоединение голландской семьи. Вы можете приехать, например, если вы беженец, если вы докажете, что на вашей родной стране вас преследуют, вы можете приехать сюда как высококвалифицированный мигрант. Это еще даже лучше, чем приехать по любви к голландцу. Объясню почему. Во-первых, вам нужно обосновать, что вы, ну, такой мигрант, профессию которого очень тяжело найти в Голландии. Ну, например, не электрик, а какой-нибудь нефти чего-то там инженер. Вот какой-нибудь суперквалифицированный, редкой специальности инженер, скорее всего, будет востребован, и вы можете сюда приехать вне зависимости от вашей национальности. Вот. Очень простых таких профессий, как парикмахер, художник, музыкант, учитель, они, в принципе, не нужны, потому что, когда здесь принимают на работу, они сначала ищут местных сотрудников со своими дипломами, потом смотрят прочих европейцев, ну а потом уже доходит дело до мигрантов, как мне кажется. Вот. Потому что если вы, например, хотите приехать по работе, найти здесь работу в Голландии, в Нидерландах, вы отправляете запрос, говорите, что вы хотите устроиться к ним на работу, но визы у вас нет никакой, дающей право на работу. По туристической, естественно, работать запрещено. Вот. Но если вы обращаетесь без визы рабочей, без разрешения на работу и вида на жительство, то компания, которая вас принимает, должна сначала провести исследование на рынке и обосновать, по-моему, властям, не знаю, кому конкретно, что голландцев они на эту позицию не нашли, европейцев они тоже не нашли из Евросоюза, и тогда они вынуждены взять вас. Это занимает очень много времени, очень много документов они должны подготовить, выслать вам приглашение, тогда вам оформляют рабочую визу. Соответственно, вы должны быть каким-то очень крутым специалистом, чтобы компания так заморочилась. Поэтому никакие компании так стараются не заморачиваться. Они просто ищут сотрудников высококвалифицированных уже с видом на жительство и с разрешением на работу. Вот. Как переехать к голландцу? К голландцу переехать очень просто. Вы ищете себе голландца. Дальше, чтобы переехать к голландцу, вот вы нашли голландца, и чтобы к нему переехать, вам нужно сдать экзамен на знание голландского языка. Вы собираете все документы, свидетельство о рождении, вы собираете справку о незамужестве, вы берете о том, что вы не состоите в брак, вы нотариально это заверяете. Вы апостилируете, вы все это переводите на голландский язык, вы сдаете экзамен на знание голландского языка, который, в принципе, сдать легко. Занимает подготовка к этому экзамену максимум 2 месяца. Вы приходите в посольство, сдаете первую часть знания антонимов, например, там сладкий, соленый. Нет, сладкий, соленый не антонимы.
Знание антонимов холодный, горячий, крепкий, мягкий. Примерно их 500 штук. Я, в принципе, уже начала учить по 100 штук в неделю. Но я поняла, что мне такой экзамен сдавать не надо, потому что я приезжала не к голландцу, а к англичанину. И мне не нужно было сдавать такой экзамен. Вот, и когда вы приезжаете к голландцу, вы собираете все документы, у вас тест на положительно сданный, то есть положительный результат и сдача теста на знание голландского языка, который, кстати, сдается по телефону. Вот. В Москве очень просто подготовиться и очень просто сдать. Вы сдаете все эти документы, и тогда запрашиваются документы у товарища, который вас приглашает. Есть определенные требования к человеку, который вас приглашает. У него должна быть зарплата не меньше там, пару тысяч евро в месяц, и у него должен быть документ на жительство, то есть у него должен быть голландский паспорт, раз вы сдавали экзамен, у него должна быть справка о зарплате, рабочий контракт, он должен быть прописан, и тогда он может вас приглашать. Если у него маленькая зарплата, то ему, скорее всего, откажут. Есть определенный уровень, определенный порог, самый минимальный, с которого можно начинать приглашать на проживание. Вот, и это все можно посмотреть на сайте IND, миграционная служба. По-моему, существует второй вариант, когда этот голландец инициирует с голландской стороны, приносит свои документы туда, в миграционную службу, и тогда миграционная служба запрашивает это все у девушки в России. Вот, девушка, когда она либо сдает экзамен и запрашивает из России, и потом все это берут у голландцев, все эти необходимые справки. Вот. Она должна находиться полгода в России и ждать рассмотрения, когда ей дадут визу МФФА. Полгода, потому что, скорее всего, это занимает не 3 месяца, как они обещают, а занимает это полгода. То есть полгода вы сидите в Москве и ждете, когда у вас там все рассмотрят. Если они принимают положительное решение. Так, если по вашей визе приняли положительное решение, то тогда вам вклеивают стикер МФФА, и вы можете приезжать сюда. Дальше вам делают вид на жительство и пишут, на каком основании вы живете. Я приехала к англичанину, поэтому я не сдавала экзамен на знание голландского языка. Я собрала документы свидетельства о рождении, собрала справку о том, что я не замужем. Я не брала трудовую книжку. В принципе, я больше ничего не брала из документов. Вот. Я просто приехала сюда по туристической визе. У меня была годовая, но я могла находиться 90 дней в Голландии. Вот. И мы пришли в миграционную службу делать запрос на мой вид на жительство. Они сказали... В принципе, мы не уверены, что вы можете запросить, потому что мы запрашивали как партнеры, которые на основании длительных отношений, а длительные отношения для них это минимум 2 года. Вот мы начали собирать всякие фотографии, написали такую love story, что мы уже давно друг друга знаем. Они даже попросили нас приложить чеки, подтверждающие, что мы давно там вместе закупаемся, контракт на съем квартиры 2-летней давности, но ничего у нас такого нет. Мы написали, что когда мы начали встречаться, мы не планировали собирать чеки в подтверждение нашей большой любви. Вот, поэтому какие-то приложили фотографии и все это отправили. Но они даже первый раз у нас не приняли документы, они сказали, что подать на вид на жительство по истечении моей 3-месячной визы. То есть 3-месячная виза, как бы она еще продлит наше совместное проживание. То есть еще как бы мы на 3 месяца больше вместе поживем. И то от сотрудника к сотруднику информация у них разнится. И они сказали, что... А первый сотрудник сказал, что 2 года нам надо проживать в Евросоюзе. Второй сказал, что 2 года нам надо проживать где угодно. Вот, в общем, на какого сотрудника вы нарветесь.
Мы пришли опять потом к ним уже в третий раз, и она сказала, нет, я опять не буду принимать документы, почему вы не сдали голландский язык, почему вы не подали на МФФА. Вот я начала их убеждать, я говорю, ну откройте вообще свой веб-сайт и посмотрите. То есть они могут вам сказать, как на одном форуме написали, мы точно законов не знаем, вот, поэтому нужно гнуть свою линию и самим изучить все возможные варианты. И потом уже им доказывать и рассказывать. Вот. После 3 месяцев, когда я прожила, мы подали эти документы. И через там 5-6 месяцев мне дали положительный ответ. И у меня был на эти 5-6 месяцев клиент-стикер о том, что я могу находиться на территории Голландии. Я могла ездить по Евросоюзу. Я ездила в Грецию, мы ездили. Я ездила в Бельгию. Но я не могла выезжать из этого Евросоюза, точнее, из Шенгенской зоны я не могла выезжать, то есть никаких там Англии, России, все это я находилась до того момента, пока мне не выдали карточку. Теперь у меня есть карточка там на 5 лет, вот, и я не знаю, чтобы после истечения 5 лет я могу запросить постоянную карточку, то есть на там, на, как это, безвременное, без срока действия. Без срока окончания срока действия. Вот, либо получить паспорт. Ну, с паспортом там вообще просто заморочки. И я не знаю, нужно ли мне сдавать экзамен на знание голландского языка. Если вы хотите получить паспорт, вы должны сдать экзамен на знание голландского языка. И вот два варианта. NT1, NT2. И принести клятву на голландском и отказаться от своего гражданства. Теоретически процедура выглядит так, естественно, есть нюансы. Вот. И теперь у меня есть вид на жительство, я могу проживать, у меня есть разрешение на работу, и это все значительно упрощает. Еще я не сдавала флюорографию, потому что я приехала к англичанину. Моя подруга, которая приехала к турку, она... Привет, Ира! Она тоже не сдавала флюорографию, она не сдавала голландский язык, потому что ее мужчина высококвалифицированный рабочий. И высококвалифицированные, они могут цениться больше, чем голландцы. Как-то можно в такой паре поменять права свои, которые вам были выданы в России или там в Турции. Если вы приехали как высококвалифицированный иммигрант, то вы можете поменять права на голландские. Если вы приехали к голландцу, если вы приехали там к англичанину, к австралийцу, к американцу, если вы просто там гражданин России, то вам нужно всю теорию, все вождение пересдавать, обменять права не получится вообще никаким образом. Вот. Так что у мигрантов есть, у некоторого типа, у некоторой категории мигрантов есть льготы, как я считаю. Вот, я переехала, теперь я здесь. Как бы я выбирала страну? Это интересно, потому что я здесь пожила, и первый год одни ощущения, то есть сразу после приезда одни ощущения, потом целый год они у вас меняются, и после года проживания еще там третье ощущение. Вот, например, если бы я переезжала, то есть я уже пожила здесь, я посмотрела, что мне нравится, что не нравится. Если бы я переезжала еще куда-то, вот на что бы я точно обратила внимание? Потому что, например, вы переезжаете, или вы хотите, или вы думаете, вы вынашиваете эту идею, вы не знаете, по каким критериям нужно выбирать страну. Вы там съездили на в отпуск куда-то на неделю, вам очень понравилось все, вы походили по туристическим местам, и вы такие, вау, срочно надо ехать, там так классно. Вот, ну, например, вы съездили в Амстердам или куда-то в другие города, в Мастрихт, в Нейменхен, в Денбос, в Роттердам, вам очень все понравилось, и вы все пакуете чемодан. Здесь такие улыбчивые люди, здесь так чисто везде, здесь вкусные продукты. Но вот вы приходите в эту миграционную службу, вам надо с ними бодаться, вам нужно их там убеждать, что вы там, что вы не верблюд. Не надо никаких документов там приносить, как у нас собирать там миллиарды справок. Но они вот могут элементарно чего-то не знать, и там, извините, нет. Или вы вызываете полицию, полиция там, да-да, конечно, ой, ну надо же, как у вас там шумно-то. Конечно, сейчас приедем. И они не приезжают. И...
какие-то такие вещи, которых вы не ждете совершенно, они встретятся только когда вы уже поживете в этой стране, ну, по крайней мере, 3 месяца, и не по туристической визе. По туристической визе вы не встретите всех этих прелестей, там, я не знаю, водопроводчиков, кабельщиков, каких-то таких вещей, которые встречаются в России. Там вы идете платить за свет, за газ, и бац, вам там матом покрыли вас. Ну, я условно говорю, вот, матом здесь не кроют, здесь другая крайность. Здесь они все очень приветливые. Ну вот, если бы я выбирала страну, я бы обращала внимание на еду. Ох, в Голландии все очень свежее, здесь не бывает никаких тухлых сыров, здесь не бывает никакой просрочки. Один раз мне встречались просроченные колбаски в магазине, все, теперь их исключили из ассортимента. Здесь, ну вот, все, что вы не возьмете, консервы, молочная продукция, здесь все супер свежее. Мне кажется, все очень вкусное. Некоторые, точнее, одна конкретно дама жаловалась: а вот у нас там на юге России какие вкусные творожки, а вот сметанка, а помидорчики сладкие. Ну, блин, езжайте к себе на юг России. Чё же вы приехали, еще тут говорите нехорошо. Я считаю, что очень качественная продукция и овощи, и другое дело, что помидоры, например, делятся на сладкие, среднесладкие, кислые, можно такие встретить, можно градацию яблок встретить от сладких до кислых. Это все написано на упаковке. Вот. Дальше медицина. Медицина, ну, я не устаю повторять, и в любом русскоязычном форуме, если вы напишете там, как это, домашние врачи, что делать, и все это сразу там 50 комментов за полчаса, это однозначно. Потому что здесь я заметила самая большая разница между российской медициной и голландской. Когда вы приходите к врачу в России, врач пытается вам поставить диагноз. То есть все начинается с того, чтобы по симптомам понять, что вызвало, что послужило причиной всем этим симптомам. Когда вы приходите в Голландии к врачу, здесь, да, они даже не напрягаются, они не ставят диагноз, они пытаются вылечить симптомы. То есть у вас есть там покраснение, вот вам крем, пройдет краснота, приходите, мы посмотрим дальше. Они даже не пытаются прикинуть, что вызвало там это покраснение, это условно говоря. То есть вся медицина у нас основана на том, чтобы снять все эти симптомы. Вот и все. Это основное различие. Конечно, это очень тяжело понять, мне особенно. Я страдаю. Я честно скажу. Дальше климат. Выбирать страну по климату. Здесь климат другой. Здесь очень холодно в домах. То есть здесь тепло на улице, 10 градусов зимой, например, от 0 до 10. Иногда может пойти снег зимой. И холодно очень дома. То есть если в России 28, то здесь 18. Это нормальная температура. Вот, естественно, отапливается не весь дом, а какие-то комнаты. Очень везет людям, у кого квартира, особенно они недавно купили, и тогда можно легко отопить всю квартиру, как мне кажется. Вот, мне не нравятся ветра, мне не нравятся сильные морозы, как в Москве. Я очень страдала очень холодными зимами, когда целый месяц минус 15, это мне было очень тяжело, у меня отмерзали все руки. Я ходила вот в такой шапке, шапка у меня была вот здесь, и вот так я еще заматывалась шарфом. Мне было очень холодно, поэтому я бы не выбирала такие северные места. Но вот как вам нравится? Если вам нравится снег, пожалуйста, езжайте в снежные страны. У нас сильные ветра, очень холодные дожди, которые я называю один вид дождя, дождь 360, потому что капли вот так вот летают, и неважно, вы с зонтом, без зонта, все это попадает под зонт, в сапоги, под пуховик, как угодно, и вы все равно придете мокрый. Вот. И менталитет. 4-й пункт. Менталитет. По приветливости я бы тоже выбирала. Например, во Франции люди не приветливые. Я просто, ну, в России это однозначно. Когда вы уже таможни пересекаете, вам ставят печать, все, проходите. У нас улыбка не является необходимым минимумом, как здесь.
здесь обязательно здороваться с водителем автобуса, обязательно всем улыбаться, с официанткой. Вот здесь так принято. И это как-то помогает справляться со стрессом. По крайней мере, меньше его вызывает. Вот. В Испании, по-моему, мне тоже показалось, что достаточно приветливые люди. Но здесь так они все улыбаются и всем. Когда приезжал мой папа сюда на выходные буквально, он так приободрился, все такие улыбчивые, все такие улыбаются и здороваются, и он едет на велосипеде, и на каждом светофоре он останавливается, и там всем голландцам, которые рядом стоят, «Hello! Hey! Там с детьми! Hey! Там...» Я говорю, папа, ну вот ты такой же настрой сохрани, пожалуйста, когда приедешь в Россию. В России тоже там всем велосипедистам «Hello! Hey!» вот так же делай, и тогда в России все изменится. Сейчас хочу рассказать вторая часть видео о том, к чему вам надо подготовиться, когда вы сюда переедете, и как ваше мнение изменится о Голландии. Я живу здесь уже 1,5 года, и когда я только переехала, я начинала замечать только одни плюсы. Как здесь тепло зимой, как здесь вкусно, как здесь легко готовить для одного человека, например, как здесь легко купить продуктов. После года проживания я начала замечать, что в принципе в России тоже есть свои плюсы. Например, в России 13% подоходный налог, здесь максимум 52%. То есть, если у вас зарплата выше определенного порога, ну, то есть самое, по-моему, от 23% до 52% налог вы платите. Вот, и если у вас зарплата какого-то там порога достигает, вы начинаете платить 52%. У вас прям уходит это в государство. Понимаете? 52%, пол зарплаты. Вот вы сейчас свою зарплату возьмите, поделите на 2. И от половины откажитесь. Как вам будет? Каково? Здесь не живут большими семьями. Здесь не то, что даже не живут большими семьями. Здесь не принято собирать всю толпу в гости, на всех накрывать, на всех наготавливать. Все вот эти застолья, празднества, новые года. Эй, давайте, я сейчас тут наварю на всех оливье. Там еще супов, борщей, блинов. Здесь такого нет. Здесь никто не помогает там со строительством, там, просто потому, что вы родственники. Давайте построим гараж, или баню, или дачу. В принципе, здесь нету дач, нету гаражей. Вот, и весь хлам, который вы собираете, его положено выкидывать на свалку. И, кстати, когда вы приезжаете на свалку, вы там... Это не свалка, это не гора вот такая. Свалка — это набор контейнеров, куда вы сортируете... Просто крупногабаритные контейнеры, куда вы привозите огромные там отдельно доски, отдельно сортируете металл, отдельно там еще что-то. Вот, это свалка. Вот, и я стала замечать какие-то уже плюсы в России. Вот, и поняла, что, в принципе, вся проблема в России заключалась во мне. Это я была неприветливая, я не здоровалась, я не говорила спасибо, я там ждала чего-то там, что государство должно, что оно обязано, там, почистить мой подъезд, чтобы там, знаете, стены помыть. Это все государство должно, а не я конкретно. Вот, и потом я поняла, что, в принципе, не надо искать ни плюсы, ни минусы. Это настолько две разные культуры, если я говорю о России и о Нидерландах. Во-первых, Нидерланды — это вот такая вот страна на размером с Московскую область. То есть от Утрехта до Гаги — это там 40 минут на поезде. Всю страну переехать — это 40 минут. С юга на север 2 часа занимает, 2,5 максимум, наверное, от края до края. Это очень маленькие расстояния. Мы можем поехать в другой город пивка попить. Это вполне нормально. Можно на поезде, можно на велосипеде. Страна действительно она очень маленькая, и ждать от нее много здесь не нужно. Имеется в виду, что какие-то конкретно магазины, например, у нас заходит солнце. Вот, Нидерланды маленькая страна, и какую-то специфическую услугу или продукт
найти ее можно там, я не знаю, в одной точке по всей стране. Когда там в Москве, я не знаю, 5 магазинов какой-то, не знаю, струнных гитар. Не знаю, какой привести пример, но здесь очень маленькая страна. Здесь другое отношение к детям, другое отношение к пожилым. Пожилых как таковых здесь другое восприятие пожилых людей. Слово «бабушка» — это не значит, это не синоним «сидеть с детьми». Это не описание слова «бабушка». У бабушки свои мероприятия. Бабушка может быть занята, потому что она идет на вечеринку. Бабушка может полететь к подружкам в Канаду, голландская бабушка. Она может 70 километров кататься на велосипеде в день. Бабушка, у нее свои дела, свои приключения. Бабушка — это не для внуков. Бабушка не будет просить у вас внуков, как мне кажется. Все бабушки, конечно, здесь разные, но они не ходят с палочками, они не жалуются там на сердце, на здоровье. Здесь другое. Здесь другие дети. Дети могут ползать по полу, они могут облизывать там фасады, все что угодно, но они же дети, они могут гоняться за голубями, они... И отшлепать их нельзя. Вот. Ни ремня всыпать, ничего нельзя сделать. Вот. Здесь не является критерием успешного человека книга. Если в Москве первый вопрос от друзей, что ты сейчас читаешь, здесь спрашивают, каким видом спорта ты занимаешься. Здесь всем все равно, что ты читаешь, здесь никто, мне кажется, ничего не читает. Какие-то современные книги, может быть, кто-то увлекается, но нет такого. А вот ты почитай биографию Тургенева, я тебе очень советую. Здесь спрашивают, в какой ты ходишь зал, ходишь ты на йогу или на пилат. Здесь другие женщины, здесь женщины не пользуются ботоксом, они ходят с морщинами, они ходят в просторной одежде, все друг из... Ну, то есть один кусок торчит из-под другого, здесь нету шпилек, то есть они есть, но это смотрится ужасно на местных женщинах. Совершенно другая одежда. Здесь нужно гнаться за скидками на распродаже, все покупать на распродажах, в кинотеатры ходить только если дешевые билеты. То есть нужно все бежать за скидками, если там какой-то бонус. Здесь вы научитесь сортировать мусор, вы научитесь давать бутылки, потому что тара стоит до 25 центов, и пластиковые, и стеклянные. Вы все будете как миленькие приносить обратно в магазин. Вы будете бумагу от пластика сортировать, вы будете покупать биологические яйца, биологическую томатную пасту. Украшать будете дом, вы будете кататься на велосипеде, вы не будете считать, что Lexus — это крутая машина, или Porsche Cayenne — это вау, надо копить деньги. Porsche Cayenne — это, боже мой, как он паркуется в центре, его же велосипеды поцарапают, да как он там вообще поворачивает в этих узких улочках. Вот, вы будете считать, что богатые люди — это те, которые содержат собаку, потому что налог на собаку в 20 евро в месяц, и также нужно платить за страховку, если вы не хотите разориться при посещении ветеринара. Здесь все расслабленное, здесь другое гостеприимство, здесь никто не напрягается, никто не вытаскивает весь холодильник, когда приходят гости. Здесь просто другая жизнь, и к этому нужно привыкнуть. Здесь другие люди, здесь другое отношение абсолютно ко всему. Вот, это не хуже, это не лучше, здесь просто по-другому. Вот, поэтому если вы собрались приезжать в Голландию, пожалуйста, приезжайте. Здесь русские вам обязательно помогут. Очень классно, здесь есть сообщество, интернет. Если вам что-то нужно привезти, передать, вы, пожалуйста, пишите русским, они вам подскажут, помогут. Русскоязычным, я хотела сказать. Здесь из всех национальностей, здесь очень много мигрантов. Вот, если вы хотите понять, подходит вам страна или не подходит, не знаю, спросите у таких же переехавших, как им нравится или не нравится. Что для них, если вы хотите понять, подходит вам страна это или не подходит, оставайтесь на какое-то время, попробуйте выкроить месяц и сделайте какие-то вещи, там, я не знаю, сортировка мусора, приносите пивные бутылки в магазин. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, я на них отвечу.
Надеюсь, вам понравилось это видео. Пока-пока. Жесть какая, да?